Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы начинаем наш вебинар. Напишите мне, пожалуйста, в чате, хорошо ли вы меня видите и слышите. Пожалуйста, откуда вы нас слушаете? Я успел немножечко чат посмотреть перед началом. Я вижу, что у нас есть Комсомольск на Амуре. У вас совсем поздний вечер наверняка, правда? Иркутская область, тоже большая разница. Брянск, Татьяна Геннадьевна Митюгина, очень рад вас, Татьяна Геннадьевна, приветствовать. Галицина, Владикавказ, замечательно, очень давно не был во Владикавказе и в Уфе тоже. Пушкин, Удмуртия. Очень приятно. Коллеги, а есть ли кто-то у нас сегодня, кто впервые на вебинаре? Если есть, напишите, пожалуйста, впервые. Я тогда чуть-чуть организационных моментов больше скажу. Минск, очень приятно, коллег из Беларуси, увидеть и услышать. Впервые есть у нас Анна. Коллеги, для тех, кто впервые, и Айдар Камалов. Коллеги, для тех, кто впервые, вебинар у нас продлится примерно 1:15, судя по тому, сколько он у нас длился утром. В конце вебинара вы все получите сертификаты в электронном виде. Код для получения сертификата и инструкцию о том, как сертификат получить, я дам в чате, поэтому в конце вебинара полностью информация будет. Я буду стараться отвечать на все ваши вопросы и комментарии, которые вы будете писать в чате. Если вдруг я что-то пропущу, такое тоже иногда бывает, у нас будет обязательно в конце время на ответы на вопросы. Поэтому, коллеги, если я что-то пропущу, не стесняйтесь мне напомнить, хорошо? Ну и, конечно, вы можете продолжать общаться между собой. Я думаю, очень приятно и полезно поделиться опытом. И давайте перейдем к вебинару. Тема у нас звучит таким образом. Обучение переводу на уроках английского языка, онлайн-тренинг. Откуда взялась такая тема и почему она важная? Вы знаете, у меня есть определенный опыт работы переводчиком. Я неплохой устный переводчик, я переводил на разных экономических форумах для делегаций, которые в областную администрацию приезжали, для университета и так далее, и так далее. И я периодически делаю письменные переводы, ко мне обращаются консалтинговые компании и прочее, так что опыт, в общем-то, есть достаточно разнообразный. При этом я преподавал в университете теорию и практику перевода на нескольких отделениях, включая отделение международных отношений. И вы знаете, я столкнулся с тем, что, к сожалению, несмотря на то, что у нас, в общем-то, бывают периодически на разных отделениях курса теории и практики перевода, с переводами у нас не все гладко бывает. Коллеги, напишите, пожалуйста, кстати, а у вас был курс теории перевода в университете, когда вы учились, или не было? Это важно, потому что мы тогда поймем, насколько нам детально стоит говорить о каких-то моментах. Вот. И проблема с переводом такая, вот многие пишут «не было», и Валерия пишет, у кого-то курс был, у нас нет. То есть, посмотрите, хорошо те, кто пишут, конечно, да, это далеко не обязательное условие, к сожалению. И мы сегодня с утра, когда вебинар проводили, мы как раз и говорили об этом. И многие писали, что, вы знаете, курс был такой по верхам, как написали коллеги, что толку из этого не очень много. Вот замечательно, что есть те, кто активно практикует. Очень хорошо, что у нас есть опытные переводчики. Я тогда, если можно, я вас попрошу, комментируйте, может быть, какие-то примеры будете еще давать. А мы с вами давайте поговорим вот о чем. Для того, чтобы... Давайте проведем маленький эксперимент. Я вас попрошу, давайте сейчас попробуем перевести на русский язык вот эти вот фразы, которые мы видим на экране, а потом в конце вебинара мы снова попробуем к ним вернуться, и будет очень интересно посмотреть, вы будете также их переводить или вы их немножко по-другому уже переведете. Итак, первая фраза. The man entered the room. Как мы ее по-русски переведем? Вот у кого-то был курс в МИО. Замечательно. Итак, мужчина вошел в комнату. Да, вполне возможно. Хорошо, следующее. He brought a bright Navajo blanket. Так, вот интересный вариант первого. Уже не мужчина вошел в комнату, а в комнату вошел мужчина. Он принес яркое покрывало. Да, вполне возможно, замечательно. Номер три. It cost him damn near 4,000 bucks. У него было яркое шерстяное покрывало, появилось слово шерстяное, которого в оригинале нету, и именно яркое. Окей. Номер три. It cost him damn near 4,000 bucks. Оно стоило кучу денег. Отлично, но цифра 4000 пропала, и мы как раз поговорим, насколько это правомерно. Ответ «да» в целом, но все равно поговорим. Номер 4. She felt a disquieting sense of apprehension. Посмотрите, какие разные по стилю варианты. То, что Анна предлагает, черт, ему это стоило аж 4000 баксов, и вариант Ирины, это стоило ему около 4000 долларов. Совершенно разные эмоции, правда? Итак, номер 4. Непростое предложение на самом деле. Одно слово apprehension, чего только стоит. А тут еще и disquieting sense.
Ее посетило беспокоящее чувство опасения. Это прямо вот буквальный перевод. Единственное, что вместо felt посетило. А как вам, коллеги, нравится? Вот, нравится, как звучит эта фраза? Вот вы сами написали «масло масляное». Действительно, не очень она хорошо по-русски звучит. А по-английски фраза звучит нормально, правда же? Но может быть и такой вариант. Пойдемте дальше. Мы сейчас с вами как раз пробуем свои силы. Это проба пера. А потом посмотрим, что у нас в конце будет, что мы с вами вынесем с этого вебинара. Номер 5. The Hound of the Baskervilles. Собака Баскервилей. Правильно. Хотя хаунд — это вовсе не собака, а определенная порода. Правда? So what I said. Номер 6. Ну и? Но это не полный перевод. Правда же? I said пропало. И что сказал я? И что спросил я? Хорошо, то есть видите, слово said по-разному. Номер 7. Wet paint. Вляпался. Здесь от контекста зависит. Если человек попробовал, сел и потом подскочил, а wet paint, это одно. А если объявление, то это свежеокрашено, крашено. Осторожно окрашено. Посмотрите, какие разные варианты. Вот, осторожно окрашено — это как раз то, что на табличке напишут, правда же? Номер 8. I'm a very light eater. Я тот еще едок. Интересный очень вариант. Я очень мало ем. Угу, хорошо. Я не особо много ем. Посмотрите, как по-разному мы переводим и сразу сколько вариантов даем. Номер 9. In for a penny, in for a pound. Я не обжора. Может быть и такое. Например, кого-то почуют, это я реагирую на комментарии Ирины, а человек отодвигает и говорит, I'm a very light eater. Я не обжора. Но может быть немножечко обидно даже быть, что его посчитали обжорой, да? Итак, номер 9. In for a penny, in for a pound. Это поговорка, поговорки всегда трудновато. Копейка рубль бережет? Не совсем. In for a penny, in for a pound — здесь немножко другое значение. Уж если вы пенни потратили, то с тем же успехом можно и фунт потратить. Вот как бы мы это передали более понятно для русского читателя? Хорошо, не рождается вариант, мы вернемся к этому. Пойдемте дальше. И номер 10. This is not improbable. Назвался груздем, полезай в кузов. Хороший вариант. Где копейка, там и рубль. Это вроде бы калька с передачей реалий. Может быть, это вполне вероятно. This is not improbable. Верно. Экономить на спичках? Нет, здесь не совсем вариант экономии. In for a penny, in for a pound — это не экономия копейки, а это уж если начал, то иди до конца. Здесь немножко, здесь в таком значении. Коллеги, я не просто так именно эти предложения выбрал. Они все подразумевают, они все так и просят определенных приемов перевода. И многие из вас, вот посмотрите, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, может и такое быть. Все начинается с малого. Это прям, знаете, вот то, что Диляра написала, была такая песня у группы Arabesque в начале 80-х годов. И вот эту песню так на пластинке ее и перевели по-русски. С миру по нитке, не совсем с миру по нитке. С миру по нитке — это когда коллективно что-то собираем. А здесь за гриву не удержались, за хвост не удержимся. Очень интересный вариант. Итак, посмотрите, вот все эти предложения, они, каждое из них удобно перевести, используя определенный переводческий прием. А давайте мы как раз на это дело и посмотрим. Но вы знаете, прежде всего я предлагаю посмотреть вот на что. А что же такое перевод? Я не буду вас мучить, чтобы вы попытались предложить какое-то определение. Давайте посмотрим на определение существующее, которое на самом деле очень много объясняет. Как объясняет автор множества замечательных учебников по переводу комиссаров, перевод – это вид языкового посредничества, при котором на языке перевода создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу. Определение может показаться трудноватым, но здесь самое главное вот что. Мы не заменяем слова одного языка словами другого, а при переводе мы именно создаем новый текст. И самое главное здесь – коммуникативно равноценный оригиналу. Мы сейчас посмотрим, что это означает. С точки зрения методики, перевод – это сложный вид речевой деятельности. Он отличается от говорения или письма на родном языке, или изучаемым, просто потому, что мозг работает по-другому. Что же это за нейрофизиологические особенности? Коллеги, вы никогда не задумывались, почему обычно, вот когда мы достигли определенного уровня владения иностранным языком, будь это второй, третий язык для нас,
Мы с вами, в общем-то, не путаем в своей речи слова из одного языка. Мы, если говорим по-русски, то мы говорим и думаем по-русски. Если мы общаемся на английский, то мы переключаемся на английский, мы говорим и думаем тоже по-английски. Ну и так далее с другими иностранными языками, если кто-то владеет двумя-тремя на таком уровне. Ответ здесь очень простой. В 90-е годы как раз британские ученые, пусть это даже сейчас звучит немножко как забавное общеизвестное сочетание, британские ученые-нейрофизиологи проводили исследование того, как работает мозг в то время, когда человек говорит. И оказалась интересная вещь. Они проводили исследования билингвов, они проводили исследования людей, которые владеют несколькими языками, и получилось вот что. В языковой зоне мозга, когда мы изучаем новый язык какой-то, у нас активируется отдельный участок. И таким образом получается, что, вот, например, подобно компьютеру, например, русский язык у нас в одном участке в языковой зоне внутри хранится, английский язык в другом участке хранится, французский, например, если у кого-то, как у меня, второй иностранный язык хранится в третьем участке. То есть языки первоначально, конечно, когда мы только начинаем учить, мозг еще не понимает, что это другой язык, и он пытается все в одном месте слова хранить. Поэтому вначале мы слова иногда путаем. А вот потом, когда уже до определенного уровня доходим, мозг начинает раскладывать по разным полочкам иностранные языки. И поэтому на самом деле легче говорить на одном языке, чем переключаться между двумя языками. Легче просто говорить на одном языке, чем переводить. Не зря в ООН устных переводчиков больше часа, как правило, не эксплуатируют, потому что это очень-очень сильно выматывающая работа. Перевод очень тяжелая работа и очень много сил отнимает. Именно за счет того, что когда мы обучаем переводу, не просто говорить на каком-то языке, а когда обучаем переводу, у нас больше зона мозгу активна, и между ними формируются связи на нейрофизиологическом уровне, просто новые нейронные связи. И это действительно довольно любопытно. Но что это означает для нас с вами? Давайте посмотрим еще, какие существуют требования к переводу. Требований несколько. Во-первых, есть требования эквивалентности. Это значит, что содержание оригинала и перевода должны быть как можно ближе. То есть передаем смысл на максимально полно. Смысл терять нельзя. Жанро-стилистическая норма. Это значит, что в каком стиле и в каком жанре у нас текст оригинала, в таком же должен быть и перевод. Это вроде бы кажется очевидным, но если вы почитаете, например, книгу Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь», он ее писал в середине 20 века, и он писал как раз тоже о переводе, о разных подходах. То вы увидите, что, например, в начале 20 века совершенно другие подходы практиковались. И были целые научные школы, которые считали, что можно и жанр менять, и стиль менять, и что все это будет нормально. Есть еще прагматическая норма. Перевод должен иметь некую прагматическую ценность. И самое главное, перевод должен быть максимально близок к оригиналу. Так, чтобы он мог полноценно заменить его как в целом, так и в деталях. Если говорить простыми словами, это значит, что когда мы переводим, у нас главная задача – перевести все то, что сказано в оригинале, ничего не добавляя и ничего не упуская, а это уже не так просто. Вторая задача – передать звучание оригинала максимально близко. И вот то, когда идет речь о конвенциональной норме, это значит, что переводной текст должен его реципиентам восприниматься так же, как носитель языка оригинала воспринимает оригинал. И вот это самое трудное. То есть он должен порождать такие же чувства, например, мотивировать, предостерегать еще что-то. Он должен казаться красивым, если он красив в оригинале. А это уже совсем-совсем непростая задача. Давайте мы с вами посмотрим. Не стоит, наверное, тратить время на то, какие виды переводов бывают. Я думаю, вы это сами прекрасно знаете. Но для того, чтобы уметь переводить, посмотрите, сколько компетенций в переводческой компетенции заложено. Это и лингвистическая компетенция. Конечно, мы должны владеть и родным, и иностранным языком. Это и текстообразующая, так называемая, компетенция. Мы должны знать, как построить тексты разного стиля, жанра и типа. Это компетенция коммуникативная, конечно же. Это еще и технологическая, это когда мы владеем определенными стратегиями, приемами перевода, и мы сегодня будем на них смотреть. Это компетенция специальная, когда мы знаем лексику из определенной сферы. И плюс еще и компенсаторное умение, когда не знаем лексику, надо уметь ее найти. Я хотел бы привести вам пару примеров из своего опыта. Один случай, когда меня подвело нехватка терминологии. Я переводил переговоры британского дизайнера с российской компанией, которая строила отель. Дизайнер прилетел из Шотландии, и они как раз обсуждали все вот эти вот технические детали, какие будут интерьеры отеля, какая техника нужна и прочее, и прочее, и прочее. То есть, конечно, мы поговорили про кондиционеры и прочее. И тут вдруг российская сторона говорит, а давайте мы вот здесь по низу в номерах пустим кабель-канал.
Я никогда до этого не слышал слова кабель-канал. Коллеги, кто из вас знает, что такое кабель-канал? Я просто хотел, мне интересно проверить. Я один такой был, не очень знающий. А, Елена пишет, нет, Анна предлагает cable tray. А, это один из вариантов. Коллеги пишут, не знаю. А, вы знаете, я то же самое. Я спросил, говорят, что такое? Мне сказали, а это вот пластиковый короб, в котором проходит провод. Я, естественно, также этому шотландскому архитектору и объяснил. Я говорю, я не знаю, как это по-английски называется, это вот то самое эта вещь. Он улыбнулся, говорит, а, skirting. То есть есть определенное слово, skirting. Я думаю, если бы сказали бы cable tray, абсолютно тоже было бы все понятно. Но есть определенный термин, который, по крайней мере, вот в этой профессиональной среде используется. То есть здесь, с одной стороны, была переводческая неудача, я не владел терминологией, с другой стороны, это совершенно не помешало за счет компенсаторных умений. Когда не знаешь, как сказать, объясни, в крайнем случае, покажи руками. Второй пример был совсем недавно. Я прошлой зимой, ко мне обратилась одна консалтинговая фирма, переводила слово шнурка на стройке, пишет Альбина, коллеги, не знаю, шкурка, наверное, да, это вот которые зачищают, или есть какое-то еще слово? Шнурка, а что это такое? Напишите, пожалуйста. А я пока расскажу, с чем еще недавно столкнулся. Меня одна консалтинговая фирма попросила перевести презентацию. Презентация была про газовое оборудование, там какая-то новая совершенно техника для проекта Сахалин-2. Им надо было презентовать, что же они предлагают. Это были результаты их исследовательского проекта. Я сделал перевод, мне за него заплатили, а потом ко мне обратился заказчик и говорит, вы знаете, у нас вот есть штатный переводчик, но он как раз там то ли в командировке был, то ли нет, поэтому мы к вам обратились, а не к нему. И вот у него есть замечание, и он говорит, что не надо было вам платить, потому что у вас перевод некачественный. Я говорю, а можно мне переслать эти замечания, чтобы я мог аргументированно либо ответить, либо я сделать выводы и, например, там в следующий раз так не поступать. И вы знаете, переводчик прислал ряд замечаний. Замечания были примерно такие, как я вам сейчас переведу. Там, поскольку была не только презентация, но к ней были комментарии, а комментарии – это как раз те вещи, которые собирался прочитать человек, который будет презентацию это делать. Там была фраза, например, «Добрый день, мы начнем нашу презентацию с того-то и того-то». Я ее перевел, эту фразу, я думаю, что вы, наверное, со мной согласитесь, я ее перевел как «We are going to start the presentation with…» и так далее. Переводчик компании пишет, нет, надо было писать по-другому. Надо было писать «Let's kickstart our meeting by…». И мне пришлось объяснять, что «kickstart» это термин, это слово из совершенно другого слоя стилистического. Это не нейтральный термин. То, что можно в шутку начать какое-то совещание в узком кругу, где все друг друга знают, это совершенно не то же самое, что большая презентация официального проекта заказчику. Что такое слово здесь не подошло бы. И вот дальше мне пришлось как раз, здесь мне как раз пришлось дальше объяснять, почему. И вот там целая страница у меня была этих объяснений, мои объяснения приняли. Вот, но я из этого сделал вывод, что, наверное, неспроста ко мне обратились они к штатному переводчику, раз там такие были моменты. Вот, кстати, Татьяна Воложева пишет, я преподаю авиационный английский, иногда бывают сложные моменты при смешении авиационного разговора на английском, особенно с терминами. Да, в авиационном английском есть интересный момент, он не к технологии самолетов относится, а он относится к тому, как диспетчер называет цифры, для того, чтобы летчики их точно не перепутали. Например, такие вещи, как 5, 9, они при не очень хорошем качестве, они могут теряться при передаче по рации. Поэтому, насколько я знаю, как мне объясняли, поправьте меня, если ошибаюсь, но вместо 5 говорят 5, вместо 9 говорят 9, для того, чтобы окончание звучало четко очень и не потерялось. То есть посмотрите, какие бывают любопытные моменты. То есть перевод – это вещь сложная. Есть, конечно, ключевое правило к переводчику. Не знаешь этот слой лексики, эту профессию, не берись за перевод. Либо должны быть какие-то варианты, когда научиться. А иногда бывают, вот Елена Яркова пишет, наверняка этот переводчик в таком стиле общается повсюду. Вы знаете, может быть и такое, но не знаю. Вот еще и три произносится как три, меняют только не пять, а четыре. То есть посмотрите, какие любопытные вещи действительно творятся. Итак, могут ли нас компьютеры заменить? Посмотрите, например, есть такой сайт funnytranslator.com. Что этот сайт делает? Он позволяет вам ввести фразу, и он ее последовательно переводит на несколько языков, и спустя 8 переводов он возвращает к английскому. Я скажу честно, большинство фраз он переводит
Абсолютно нормально. И я сейчас объясню, почему даже так. Но есть несколько примеров, которые привели к не очень большой удаче. Посмотрите, например, я ввел предложение «I'm a very light eater». Перед вами сейчас на экране те переводы, через которые оно прошло, то есть с английского на немецкий, потом с немецкого на финский и так далее, и так далее. Чем закончилось? «I very sparingly». То есть смысл потерялся совсем, правда же? И еще один пример. Тоже я попробовал пропустить через такую последовательную серию переводов первое предложение книги «Алиса в стране чудес» «Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank». И вариант какой в конце концов вышел «Alice was beginning to get very tired of sitting by the banks of sister games». Откуда там появились games? Это большой вопрос, но здесь можно проанализировать, какие слова, какие оттенки приобретали, но даже машины вполне ошибаются. И вы знаете, на самом деле переводчики компьютерные ошибаются все меньше. За счет чего? Яндекс первый, насколько я знаю, испробовал новый алгоритм перевода. Если раньше компьютеры просто имели огромные словари, и они подставляли эквиваленты и выбирали то, что грамматически подходит, то есть просто работали механически, сейчас используются нейросети. Каким образом это происходит? Вместо того, чтобы брать словари, компьютер успевает просмотреть огромный корпус текстов за доли секунды, текстов, которые были переведены людьми. И он выбирает, поскольку это, например, тексты с переводами одного и того же, одной и той же фразы, он выбирает тот, который наиболее частотен, и подставляет. То есть фактически программа не переводит, не ищет эквиваленты, а программа берет уже из готовых переводов, которые сделаны людьми, она их и компонует в тот текст, который появится. А вот посмотрите, Диляра комментирует, у меня ученик перевел слово «to check in» как «зачекинс» через онлайн-переводчик. Да, онлайн-переводчик выдает такие вещи. Несколько лет назад была проблема с Гуглом. Я сам ее проверял, сейчас такую проблему решили, но Google-переводчик выдавал такую вещь. Ему предложили перевести фразу с русского на английский, а потом то, что получилось на английском, перевели обратно на русский. Так вот, фраза была такая. «Вчера моя кошка родила трех котят, двух белого и одного черного». Вы знаете, какую фразу Google вернул на русский язык, во что она превратилась обратно? Кто догадается, или, может быть, вы слышали эту историю? Ну, во-первых, кошка и кот по-английски одинаково, cat, там никаких не было, tom cat и pussy cat, там просто cat попалась в английский. И со словом черный тоже было не все просто. В общем, коллеги, на русский язык Google-переводчик вернул такую фразу. «Вчера мой кот родил трех котят, двух белых и одного афроамериканца». Вот сейчас такой ошибки он уже не делает, но это реальная совершенно история. Давайте мы все-таки придем с вами вот к чему. Каким же образом можно переводить? Хватит ли, достаточно ли нам владеть лексикой? Достаточно ли нам знать грамматику, чтобы фразу построить? На самом деле нет. Приходится культурные реалии учитывать и приходится выполнять ряд операций с лексикой и грамматикой. Это есть лексические трансформации, несколько типов, и сейчас мы на них будем смотреть. Для передачи содержания, для передачи формы используются грамматические трансформации и еще несколько видов. Давайте мы с вами пробежимся про типы этих трансформаций, и после того, как мы немножечко потренируемся, у нас же онлайн-тренинг, правда? Я надеюсь, что те из вас, кто не работает переводчиками, вы увидите, насколько легче вам станет переводить, насколько свободнее, легче вы себя почувствуете. Те коллеги, которые занимаются переводом, я думаю, вы предложите как раз хорошие варианты перевода этих фраз, и остальные участники смогут у вас поучиться. А в конце мы поговорим, как же учить переводу в школе, так, чтобы это получалось. Итак, первый прием – это конкретизация. Бывает так, что слово в языке исходном имеет более широкое значение, чем в языке перевода. Например, английское слово «mother-in-law». Давайте мы посмотрим на два предложения, где используется это слово, и переведем их на русский. Давайте мы не все переводить, а только то, что жирным шрифтом выделено. Первый у нас получается «He visited his mother-in-law», получается «посетил тещу», как вы уже написали. А во втором предложении «She was on friendly terms with her mother-in-law», я специально выделяю «she» и «her», «свекровь». Хотя по-английски одно и то же. Без конкретизации никак не обойтись, правда же? Вторая пара предложений «He's in prison», «She's in hospital». В первом случае «he is in prison». Как мы «is» переведем? Утром мне сказали, а не надо переводить, дефис напишем и все. Ну, дефис – это хорошо, а в речи-то устно все равно придется. Он сидит в тюрьме, а «she's in hospital», можно сказать, она сидит в больнице. Вот как вариант можно сказать «находится в тюрьме», но если находится, непонятно, он в тюрьме как заключенный или как посетитель. Лежит в больнице, правда? Вот если бы мы сказали бы, например, «the book is on the table», «the vase is on the shelf», то тогда однозначно было бы «книга лежит, ваза стоит», правда?
Следующий пример, то, о чем мы говорили, посмотрите. So what, said I. Welcome, she said loudly. So what, said I. Что мы здесь said переведем? Мы не знаем про тюрьму, может быть, он, конечно, и работает, контекст важен. Но вот исходя из того, что первый в голову придет. И что? А вот said, спросил, правильно? То есть не сказал все-таки, а спросил. А welcome, she said loudly. Во втором случае, как мы скажем, конечно, будет не спросила. Если она говорит «добро пожаловать», она что сделала? Поприветствовала, совсем другой глагол, правда? Объявила, громко сказала, то есть у нас получаются какие-то вещи. Может быть, проходите, да, если это человек дверь открывает, говорит «а, welcome». Может быть, воскликнула. То есть посмотрите, сколько сразу вариантов рождается, и вовсе не обязательно нам использовать прямую кальку, вернее, прямой перевод говорить «сказала». Давайте мы с вами немножко потренируемся. Итак, у нас в каждом из этих случаев конкретизация поможет перевести, передавая смысл более точно и так, чтобы, помните, у нас одно из правил, предложение должно звучать естественно в переводе, также восприниматься носителем языка перевода, как носителем языка оригинала. Оригинал. Итак, he was at the ceremony. Ceremony так и будет, давайте, церемония, давайте мы не будем уточнять, потому что мы не знаем, что за церемония была, а вот в целом, как бы мы перевели. Он находился на церемонии, правда? Посетил церемонию, присутствовал на церемонии. Посмотрите, мы одновременно с вами. То есть was, как быть, мы не переведем, что он был на церемонии. Вот как раз Елена Милютина предлагает, почему не стоит переводить как был буквально. Потому что церемония предполагает некую торжественность. Это может быть приятная церемония, свадьба. Это может быть неприятная церемония, печальная, грустная церемония. Это может быть торжественная какая-то. Но в любом случае глагол здесь должен передавать как раз, что это такое. То есть был недостаточно будет. Правда же? А ученики в школе как раз пытаются переводить буквально. Номер два. Следующее. At 8 p.m. an excellent meal was served. Слово meal как мы здесь переведем? Опять же, тут без конкретизации ну никак не обойтись, потому что meal означает любой прием пищи. Блюдо было подано. Посмотрите, коллеги, в 8 вечера было подано прекрасное блюдо. Не совсем понятно. Была подана еда? Тоже нет. Скорее ужин, потому что 8 вечера. Обед для обеда уже поздновато. Правда же? А все-таки ужин. Мы уточняем. И тогда становится понятно. Следующее предложение. The corridor smelled of disinfectant. Вот, в 8 великолепный ужин был подан. Прекрасно. The corridor smelled of disinfectant. Как мы слово disinfectant переведем? Или может быть еще что-то? В коридоре стоял запах дезинфекции. Может быть, но вот слово дезинфекция, оно как-то не очень хорошо. Хлоркой, правильно. В коридоре пахло хлоркой. И все. Нейтральная фраза, никакой стилистической окраски нету. Просто передаем сам факт. А кто-то утром предложил, пахло моющим средством, чистящим средством. Может быть и так, вполне возможно. Вот. Но обычно disinfectant, он отличается все-таки от обычного какого-то моющего средства, потому что у него довольно определенный запах. Поэтому хлорка здесь, наверное, чуть более предпочтительный вариант. Хотя чистящим средством тоже прекрасно. Следующая фраза, она очень сильно зависит от контекста, поэтому я предлагаю контекст. Начальник говорит своей секретарше, get me some coffee. В коридоре пахло химией, будет не очень правильно. Почему? Потому что химия может очень разные вещи подразумевать и вовсе не обязательно чистку. Поэтому мы здесь немножко можем исказить значение. Принесите мне кофе. Правильно. Муж жене говорит на кухне за завтраком, get me some coffee. Тут везде, конечно, слово please надо. Сделайте кофе, приготовьте кофе, принеси кофе. Но принеси кофе это жене скорее, правда, секретарша может быть на вы. Может быть, завари кофе. Отлично. То есть слово get, опять же, требует уточнения. Следующее. У меня студенты делали очень забавные варианты. Next morning she came downstairs for a drink. Вот как мы вот это for a drink переведем? Утром она спустилась, вот попить или выпить? Алкоголь она спускалась пить. Как вы считаете? Утро, женщина. Ну, про завтрак здесь не говорится, потому что здесь, наоборот, очень четко ей пить хотелось. Да? То есть, может быть, чай или кофе, лучше всего сказать попить. Правда же? Не уточняя здесь конкретно.
Утром, может быть, да, это может быть, она спустилась выпить кофе, но здесь можно немножко ошибиться. Вы знаете, есть такая история, я сейчас расскажу, она довольно известная, может быть, вы ее тоже слышали. Знаменитая переводчица Лилиана Лунгина, это вот та самая, которая великолепно переводила книги Астрид Лингрен и ее классический совершенно перевод про «Малыша и Карлсона» и другие книги, она была тоже замужем за переводчиком. И представьте, 50-е годы, Советский Союз. На кухне собрались гости, муж работает в своем кабинете дома. И вот он выходит и говорит, слушайте, говорит, мне попалось слово, не знаю, как его перевести. А он переводит какой-то роман про Джеймса Бонда. И там рассказывается о том, что Джеймс Бонд приехал в аэропорт, а в руке у него был хамбурга. Но 50-е, 60-е годы в Советском Союзе не знают, что такое хамбурга. Гамбургеров пока не было. А там он приехал, шел дождь, и вот все задумались, дождь, Может быть, это одежда какая-то была, которая от дождя защитит. Ну, вот макинтош, например, бывает. И муж говорит, ладно, напишу плащ. И ушел писать дальше. Выходит спустя 10 минут, перелистнув страницу, говорит, слушайте, это не плащ, потому что он его только что съел. Это вот такая реальная история. Вот можно было бы перевести как бутерброд, но у них гугла не было. В энциклопедиях тоже такого не было. Поэтому просто не зная реалий, появилась такая ошибка. Поэтому for a drink здесь тоже, когда мы не знаем, трудно. У меня студенты пытались перевести, как пропустить стаканчик, хлопнуть 100 грамм, написали, было и такое тоже. Да, вот лучший вариант здесь калькой, гамбургер так и передать. Вот, но все-таки for a drink здесь никакого алкогольного подразумевания нету, правда же? Поскольку это утро. Это мы с вами знаем, а студентам оказалось, наверное, нормально. То есть все-таки утром. А почему она came downstairs? Потому что в английских домах на втором этаже обычно спальня, а кухня и гостиная на первом. Поэтому, например, здесь можно, зная вот это вот строение английского дома, то есть на утро она проснулась, потому что, скорее всего, это вот только-только из спальни, и спустилась попить. Дальше. A bad coin. Что это за монета? Фальшивая, верно. A bad headache. Это не фальшивая головная боль, подскажу. Это какая головная боль? Сильная, конечно же, может быть мигрень, да, еще можем более конкретизировать. Good food. Это какая еда? Ужасная головная боль, тоже хороший вариант. Good food, полезная еда. Вы знаете, good food обычно говорят про свежую еду чаще всего так. Потому что, ну, как бы, fresh food, если писать на рекламе, это не очень хорошо, а good food – это свежие продукты. Но, тем не менее, да, может быть и вкусные и прочее. Следующее слово record тоже очень многозначное. He broke the world record in high jump. Как мы его? Побил мировой рекорд. Отлично. The company has a long record of efficiency. А вот тут, что у компании явно не рекорд, и он не длинный, правда? Это уже следующая фраза. The company has a long record of efficiency. Запись. Ну да, имеется в виду, что запись, репутация, правильно, репутация либо история. То есть эта компания издавна славится своей эффективностью, или эта компания давно уже приносит прибыль. И так можно, потому что слово efficiency его тоже можно уточнить. Что такое эффективная компания? Та, которая деньги приносит. Следующая фраза. She told it to me off record. Она сказала мне это не для записи. Хорошо, не для записи, как еще можно? Не для протокола. Между нами, да, неофициально, по секрету, очень хороший вариант, по секрету вообще великолепно. Посмотрите, как прекрасно предложение начинает звучать. Но здесь, конечно, от контекста может быть вариативность. Следующее предложение. The bill arrived by registered mail. Меня здесь интересует как раз registered mail. Каким образом прислали счет? Заказным письмом, конечно. То есть явно здесь не бандероль, правда? Почему не бандероль? Потому что счет – это одна бумажка только всего. Или заказной почтой. Но заказная почта так обычно не говорят. Все-таки, помните, мы должны естественно звучать на языке перевода. И последнее. Поэтому заказным письмом самый хороший вариант. И последнее. If the police catch you, call a lawyer immediately. Адвокат. Конечно же. Это явно не прокурор, правда? Это явно не следователь какой-то. Надо звонить адвокату. Посмотрите, коллеги, и везде конкретизация нам дает свободу. И не только она нам свободу дает, она позволяет нам уточнить. Но она позволяет очень четко дать нашему слушателю или читателю четкое понимание ситуации, понять, о чем идет речь. И я специально включал такие фразы, как get me some coffee, вот кто-то пишет английский точнее,
Вы знаете, не обязательно. Если бы я сейчас написал бы такой же список предложений, но с просьбой перевести на английский, там тоже была бы вариативность, и мы тоже могли бы обсуждать. Есть такие фразы, которые требуют конкретизации, потому что русский язык более широко звучит, а английский более конкретный требуется. Поэтому тоже такие примеры могут быть. Давайте посмотрим на обратный процесс. Генерализация. Иногда бывает слово конкретное, очень конкретное, но его читатели могут не знать. Это очень часто к реалиям каким-то относится. Либо просто, например, вот как в данной ситуации Kmart, это сеть американских супермаркетов очень дешевых. Их две сети, Kmart и Walmart. Walmart более чуть популярна, Kmart чуть менее, но это дешевые супермаркеты. У нас есть два варианта. Либо мы, да, вот как монетка, пятерочка, но если мы скажем про американцев, что они обычно в пятерочку ходили, а пятерочка сейчас, правда, подорожала сильно, если мы скажем, то это будет странно выглядеть, нельзя перевносить реалии одной жизни в другую, это неправильно было бы. Может быть, фикс прайс. Коллеги, ну проще сказать просто, общей фразой, недорогой магазин, то есть не пытаться искать эквиваленты, потому что кто-то знает про фикс прайс, кто-то не знает. Лучше просто сказать, они обычно ходили в недорогой магазин, правда же? Почему это допустимо? Потому что читателю здесь не принципиально, ему все равно Kmart, Walmart. Мы могли бы, конечно, написать Kmart, поставить звездочку и дать сноску, что это дешевый магазин или сеть недорогих магазинов. Но это излишняя была бы задержка восприятия книги. И действительно, и россияне не все поймут. Потому что, знаете, вот как в той поговорке, у кого-то хлеб черствый, у кого-то жемчуг мелкий, у всех свои проблемы, для кого-то и пятерочка может быть не очень дешевым магазином, что-то подешевле захотят найти. А кому-то можно и другие сети писать. Но мы сейчас не рекламируем сети, давайте мы потренируемся немножечко с генерализацией. Она тоже нам развязывает руки. Итак, давайте переведем. Do you want some Jack Daniels? Виски. Конечно же, нам не обязательно название передавать. Правда, будешь виски, и все. The temperature in the sun was and is 90, he said. Вот как мы с этим предложением поборемся, исправимся? Ну вот просто алкоголь говорить вместо Jack Daniels, здесь все-таки это слишком будет генерализация большая, потому что алкоголь может себе подразумевать и коктейль какой-то, правда же? И какой-то легкий алкоголь типа пива, а здесь именно виски. Нам достаточно знать, что Jack Daniels один из сортов виски, только всего. Да, температура по Фаренгейту, но нам не обязательно писать там, переводить в Цельсии еще что-то, это долго. Нам гораздо проще сказать. Либо вот как вариант коллеги предлагают, на солнце было под 40 градусов, абсолютно правильно. Или даже еще пойти, что на улице было настоящее пекло, на улице стояла сильная жара. Или на солнце жара была невыносимой. Потому что an easy 90 это запросто термометр показал бы и все 90. Безумно жарко, вот отличный вариант. Следующее. Кто-то кому-то говорит, I wasn't looking, didn't say a thing. Вот как мы вот это вот a thing переведем? Конечно, слишком конкретное слово в английском языке. Ничего не видел. То есть, не-не, я ничего не видел, не беспокойся. Мало ли это там в неудачный момент зашли куда-то, правда же? Следующая фраза. The house was smothered in honeysuckle. Honeysuckle – это цветок. Я даже не буду вам русское название его давать. Достаточно того, что это цветок. Как мы скажем? Коллеги уже привели, что это жимолость. Очень хорошо. Дом благоухал цветами. Да, может быть, если идет речь о запахе. Смазат, это прям вот душил. Поэтому это может и к запаху относиться, либо он весь покрыт был, если мы про внешний вид, тогда мы скажем, дом утопал в цветах. И такой вариант. Тут уже из контекста мы не можем четкого решения принять точного, про утопал речь шла или про пах, или он весь пах. Следующая фраза. So I paid my check and all and left the bar. Вот это вот I paid my check and all. Расплатился и вышел. И даже нам не надо говорить заплатил по счету. Правда? Нам достаточно сказать расплатился и вышел из бара. Все. Очень легко. И последняя фраза. She asked me to buy her a bottle of Afrin nose drops. Попросила купить капли для носа, капли от насморка. Правда, можно, конечно, попробовать перевести ксилен, например, какой-то другой сорт, но опять есть риск, что читатель может не понять, что это такое. Правда же, поэтому лучше просто сказать капли в нос. Даже не обязательно говорить от насморка, хотя, скорее всего, это от насморка, но это мы знаем с вами, поэтому можем уточнить. Даже если мы просто скажем капли для носа, капли в нос, этого тоже будет достаточно. То есть, посмотрите, есть такие кусочки информации,
которые читателю не то что не помогут при переводе, они могут даже немножко помешать. И нам никто не мешает их заменить более общим термином, который тогда точно передаст значение. Знаете, в каком, давайте подумаем, в каком жанре не стоит менять вот эти вот детали? Есть такой жанр. Пока вы думаете, я вам расскажу еще одну историю, как генерализация может навредить. Опять же, я присутствовал при этом переводе, я тогда был студентом второго курса, по-моему, к нам приезжали какие-то американские миссионеры в город, которые читали лекции по Библии. И у них сначала был один переводчик, потом они меня попросили 10 лекций перевести. И что там записали? А официальные документы, инструкция, протоколы, и подскажу еще о детективах. Не стоит генерализацию использовать, потому что там может быть именно важно, что флакончик был именно вот таких капель, а не чего-то еще. Так вот, возвращаясь к той истории. Они рассказывали, сначала привели какую-то цитату из Библии, рассказали, что вот гневаться нельзя, что это плохо очень. И говорят, сейчас мы покажем почему. И начинают рассказывать историю, что once a police car pulled down a driver for speeding. Ну, естественно, переводчик по-русски, раз водитель, то он в мужском роде и переводит. Говорит, полиция остановила машину за превышение скорости. Дальше рассказывают американцы. The driver came out of the car. Он говорит, водитель вышел, то есть все в мужском роде продолжается. И американцы говорят, и он накинулся на полицейского. And attacked the policeman. А на русском языке, поскольку уже переводчик начал в мужском роде, так он, естественно, и продолжает. Затем американцы говорят, the police stopped her. И тут переводчик задумался, он-то все в мужском роде говорил, но а имеет ли смысл уточнять, что это была женщина? И говорит, ну, говорит, полицейские его остановили и оштрафовали. Там действительно была информация, оштрафовали. И вот тут-то мы доходим до ключевого момента, когда нас может это подвести. Американцы продолжают. And when the driver was taken to court, когда водитель предстал перед судьей, продолжает переводчик, she tried to apologize, and she said that she had PMS. То есть она пыталась объяснить какими-то факторами другими. И вот тут бедный переводчик застыл с открытым ртом, потому что он-то все говорил он, а выясняется, что premenstrual syndrome у мужчин не бывает. Это, конечно, не то, что мы с вами будем школьникам рассказывать, но поскольку мы говорим про особенности перевода, мы говорим о том, что вот эти вот переводческие приемы, желательно все-таки убедиться, что он нам не повредит. Хотя это, конечно, очень облегчает нашу работу. Следующее. Иногда приходится вообще целостное преобразование выполнять, то есть мы вообще дословно никакие лексические единицы не передаем для того, чтобы смысл передать. Это очень четко работает с переводом имен, когда есть какая-то традиция. И это очень четко работает, когда есть определенные речевые клише. Например, Queen Victoria received a very warm letter from her grandson William II. По-русски это будет Вильгельм II, это германский кайзер, правда? И даже не император, Emperor William II, а кайзер будет. И help yourself, угощайтесь. В русском вообще никакой ни помощи, нет ничего. Давайте мы немножко потренируемся с вами, коллеги. Итак, как мы по-русски скажем King Charles II? Помните, в 19 веке примерно сложилась традиция от латыни. И если мы посмотрим, кстати, Карл II, верно, не Чарльз, вот именно это важно. Это Карл II. Если мы посмотрим на монеты времен Charles II, то там написано по латыни Carolus. James the First. И не Яков тоже, коллеги. Вот теперь. А как правильно библейская форма Иаков? Верно. Вот маленький пример, почему это важно. Давайте мы с вами вспомним, как звали российскую императрицу, которая племянницу Петра I, которая царствовала с 1730 по 1740 год, 10 лет. А потом, после ее смерти, в результате вооруженного переворота, к власти пришла Елизавета Петровна. Кто-нибудь помнит? Анна Иоанновна. Правильно, и посмотрите, все написали Иоанновна. Почему она не Анна Ивановна? Потому что Анна Ивановна – это может быть соседка, коллега, но ни в коем случае не императрица. Есть определенная традиция, и вы совершенно четко эту традицию воспроизвели. Поэтому и Джеймс – это все-таки Иаков, это не Яков. Правда же? Потому что есть такая традиция. Следующее. Enjoy your meal. Угощайтесь, приятного аппетита, правда? Получайте удовольствие, мы здесь не переведем, потому что это неестественная фраза будет. Правда же? Ученики так и попробовали перевести, но это было бы неправильно. That'll do.
Татьяна Геннадьевна пишет, я встречала Яков. Да, вот у нас было в одном учебнике, заменили потом, потому что это важный момент. Дату ду – достаточно. На этом все. Но ни в коем случае глагол do не переводится, правда? Ask me another. А здесь что имеют, хотят сказать? Спроси, что полегче. Верно. Человеку задают вопрос, он не знает, что ответить, говорит ask me another question. Или ask me another. Следующая фраза. She has a finger in every pie. В каждой бочке затычка. Правильно. Во все свой нос сует. Отлично. Ей до всего есть дело. Отлично. Посмотрите, сколько шикарных совершенно вариантов перевода мы нашли. Моментально. Правда? Search me. А это что? А я откуда знаю? Да. Или ни малейшего понятия. Это когда у человека спрашивают что-нибудь, он не знает, что имеет. Search me. Хоть обыщи, ответа нету. И последняя фраза. Вот здесь что интересно. Начало фразы очень формальное, а окончание совсем неформальное. His financial resources are scarce as hen's teeth. Поэтому эффект немножко комический. Финансы поют романсы. Прекрасный вариант. Или в карманах хоть шаром покати. Можно и так перевести. И бывают еще такие ситуации, мы уже видели эту ситуацию, когда нам необходимо пояснить культурные реалии, которые адресату могут быть непонятны. Такие вещи очень хорошо работают при устном переводе. Потому что в письменном мы еще хотя бы сноску можем дать, а в устном переводе либо у нас понял адресат, либо он не понял. А долгие объяснения, они тут же затормозят весь процесс. Поэтому, например, если у нас нет уверенности, что человек знает, предположим, это не женщина, а мужчина, не каждый мужчина знает, что такое мохеровая вещь. Поэтому she had a mohair sweater, он достаточно сказать, на ней был теплый шерстяной свитер. Или, например, мы передаем диалектизм, не очень грамотную речь. Например, why are you back already? Уже будет. Никак уже возвернулись? То есть здесь у нас получается просторечие. Правда же? Потому что здесь просторечное. Вот давайте мы, исходя из этого, помните, у нас же онлайн-тренинг, давайте мы попробуем несколько фраз перевести. Итак, классическая из Селлинджера, The Catcher in the Rye. You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said he don't and she don't and stuff like that. То есть они говорят грамматически неправильно. Давайте подумаем. Как же можно передать эту грамматическую неправильность, чтобы она прямо и по-русски резала слух? Ложит. Можно. Очень хорошо. Еще какие варианты могут быть? Звонить. Да. Ихний. Вот ихний и егойный. Прекрасный тоже вариант. Отлично. То есть посмотрите, как мы сразу легко нашли варианты, которые можно передать. А мы сейчас уже вторгаемся в сферу художественного перевода на самом деле. Хочут. Правильно. Вот, кстати, хочут. Это классический перевод, вот так книгу Селлинджера и перевели. Если вы посмотрите перевод, там именно вот эта фраза и звучат, что они говорят «хочут» и «хочет», «хочут» и «ходят», по-моему. I'm sure it was very good of you, but you shouldn't have bothered. А вот здесь только проглочено вот это вот «have», там звук один проглочен, поэтому легкая неправильность, очень легкий диалектизм. Здесь мы уже не нужно было париться. Но париться это, наверное, все-таки слишком сильно сказано, потому что стиль-то у нас довольно нейтральный здесь. Наоборот, человек-то говорит довольно формально, I'm sure it was very good of you, but you shouldn't have bothered. Не следовало утруждаться, может быть, да, не стоило не стоило так утруждаться. Вот посмотрите, заморачиваться и напрягаться, это молодежное все-таки выражение. И там немножечко снижено, они очень разговорные, а здесь... Довольно вежливо говорится, правда? Следующее, газетный заголовок. Поэтому не стоило утруждаться, это лучше, потому что не стоило утруждаться, это все-таки не совсем официальная фраза, но она достаточно формальная, чтобы передать звучание. Следующее, газетный заголовок, поэтому нету артикля. Palace to declare October 6th a holiday. Власти, правильно, мы не говорим дворец, мы не говорим королева, мы можем сказать власти. Собираются объявить, to declare, инфинитив, собираются объявить 6 октября выходным днем или праздником, либо правительство, можем сказать. Правда, только, коллеги, to declare это еще предстоит сделать. Нельзя в прошедшем сказать объявили. Мы же только новость сообщаем, что они собираются. Правда? Вроде бы мелочь, а посмотрите, как важно. И последняя фраза. The Kremlin declined to comment on Trump's statement.
Нет, он не прокомментировал, он declined to comment. Наоборот, отказался комментировать. Вы знаете, сейчас в России все чаще говорят Кремль, но лучше все-таки сказать российское правительство. Или в Кремле отказались. Тоже верно. Правда? Ничего, это нормально. То, что это все непростые вещи. То, что я вам даю, это материал на самом деле абсолютно вузовский. Поэтому в конце дня, да еще и жаркого московского, а у кого-то вообще ночь. Это все непросто бывает. Давайте перейдем к грамматическим трансформациям. Тут уже совсем коротко, скоро пойдем к методике. Иногда требуется антонимический перевод. Когда грамматически фраза будет вообще с противоположным значением, а смысл она передает очень точно. Например, посмотрите, authorized personnel only. Это фраза утвердительная по-английски. Правда же? То есть разрешен только с пропуском людям проходить. А по-русски посторонним вход воспрещен. Совершенно противоположное значение. Давайте немножко потренируемся в антонимическом переводе. Итак, he didn't say anything. Можно, конечно, перевести отрицанием, он не сказал ни слова. А как еще можно сказать? Ничего не говорил, можно. Он промолчал, правильно. И получается короче, правда же? Are you awake? Я не знаю, вот, ты спишь? Можно, конечно, ты проснулся или ты не спишь, но, знаете, вот бывает иногда, звонят по телефону поздно и говорят, что, спишь, что ли? Вот это вот то самое, are you awake? По-русски спишь, а по-английски, наоборот, бодрствуешь. Hang on, please. Тут мы что говорим? Повиси, пожалуйста, не кладите трубку. Да, не вешайте трубку или не вешай, не отключайся. То есть по-английски как раз сделай что-то, а по-русски не делай. Stay away, whatever you hear. Тут наоборот, по-английски команда «делай», а по-русски мы скажем «не вмешивайся», то есть «не», отрицание получается. Take your time. Не спеши, не торопись, правильно. По-английски «сделай», а по-русски «не делай». Hold still while the photographer takes a picture. Не двигайся, когда фотографируют, или не шевелись, правильно? One thing at a time. Не все сразу, отлично, вообще идеальный, абсолютно идеальный вариант. Не все сразу, а по-английски наоборот, один за раз. Все в свое время, тоже хороший вариант. А второе, здесь прям целых два антонима требуется. Следующая фраза. The article is self-explanatory and free of mistakes. У нас и на free of mistakes антоним нужен, и на self-explanatory. Статья понятна сама по себе и без ошибок, да. Статья не требует объяснений, и в ней нет ошибок. Ну, то есть разные варианты могут быть, но главное передать точно смысл. И последняя фраза. The nanny overlooked the girl's hot forehead. Да, self-explanatory не нуждается в пояснениях. Проглядела няня. Верно. Проглядела, не обратила внимания. То есть вот у нас может быть здесь антоним. Посмотрите, как интересно получается. Сколько приемов, которые дают свободу. Можно, конечно, говорить про грамматические трансформации еще, мы сворачиваем эту тему сейчас, потому что она на самом деле довольно понятна. Это когда в оригинале одна грамматическая единица, а в переводе может быть другое значение, число, наклонение, структуру предложить. Главное значение сохранить. Например, we are looking for talent everywhere. Мы везде ищем таланты. В английском единственное число, в русском множественное. Но здесь как раз все понятно, с этим и ученики, в общем-то, справляются нормально. Но, тем не менее, давайте одну маленькую тренировку, 5 фраз, и перейдем к методике. Итак, Britain is and has been a diverse society. Ну, упустила ребенка, это значит не воспитывали. Здесь немножко другое, там все-таки про здоровье было. Итак, Britain is and has been a diverse society. Британия была и остается, или всегда была. Вот is and has been, как раз всегда была, русская фраза переведет была и есть, можно и так, конечно. Но вот всегда была, наверное, чуть-чуть даже покомфортнее произнести. Потому что помните, нам надо так, чтобы с языка легко слетал, если по-английски легко. Если по-английски фраза звучит неуклюже, мы и передаем на русский неуклюжей фразой. Do you think it will make a difference to us? The difference. It will make the difference. Как вариант, да, это хоть что-то изменит.
а потом the difference. Ты думаешь, это имеет значение? Большая разница. Будет какая-то разница, разница будет огромной. То есть мы не только начало, мы и конец переводим. То есть посмотрите, обычно мы артикли не переводим, а тут артикль работает. Поэтому, как ты думаешь, это хоть что-то изменит? Это все изменит. Можно и так перевести. Будет какая-то разница, огромная разница. Верно. То есть артикль, оказывается, иногда надо передавать. То есть он не только для удобства носителя языка, он и нам значение может менять. There are many things that we do not know. Вот посмотрите, как коллега предлагает. Есть много вещей, о которых мы не имеем никакого понятия. Длинная фраза очень. Английская это короче получается. Есть многое на свете, друг Горацио. Чуть по-другому звучит, поэтому мы не можем. Смысл тот же, но цитату мы не можем здесь подтягивать. Мы много чего не знаем. Все. Вот это правильно будет. А не те варианты правильно? Или мы многого не знаем? Это правильные варианты все были, но наиболее близкие здесь как раз мы многого не знаем. Потому что по-английски звучит просто и достаточно лаконично. По-русски тоже просто и достаточно лаконично. Иначе, более длинный перевод, он передает смысл, а стиль немножечко изменяется. She stared at him with horror in her eyes. Она уставилась на него с ужасом в глазах. Это почти буквальный перевод. Хороший, конечно. Коллеги, скажите, а нам нужно слово «в глазах» фразу переводить? Она уставилась на него с ужасом, да. Глаза ее были полны ужаса, но мы тогда теряем, что она на него смотрела. Поэтому хороший вариант, но чуть-чуть кусочек смысла потерялся. Она смотрела на него с ужасом и уставилась тоже очень хорошо, потому что уставилась, стоит как раз переводит. То есть слово «в глазах» у нас выпадает. В английском языке же вообще очень часто притяжательные местоимения используются. Например, I had my breakfast in the morning and went to my work. Конечно, на свою работу пошел, на чью же еще, на чужую я вряд ли пошел. И завтрак, слава богу, что свой. Да, по-русски не обязательно говорить «съел свой завтрак и пошел на свою работу». Поэтому здесь мы совершенно четко можем трансформировать. С ужасом глазела, вот слово «глазел» – это скорее с удивлением, это какие-то зеваки на улице, они не с ужасом глазели. Вот это вот «уставиться с ужасом» – да, а «глазеть с ужасом» не очень удобно, поэтому все-таки лучше бы уставиться здесь. Я надеюсь, вы согласитесь с этим. Вот здесь стилистическая вещь в родном языке нам может помочь. Пристально смотрела, но пристально, знаете, это изучающе, это не с ужасом. С ужасом пристально смотреть трудно. То есть все-таки уставиться лучше. И последняя фраза. The credit was not granted until late April. Кредит дали только в конце апреля, да. Вот слово «только» оно здесь требуется. Почему? Потому что not until как раз показывает вот именно период ожидания. Поэтому «только» здесь абсолютно. А вот пример. Кредит был выдан в конце апреля. Здесь теряется значение until. Почему? То есть здесь просто информационное сообщение. В конце апреля им дали кредит. А здесь-то ожидание was not granted until late April. Правда же? Поэтому посмотрите, как легко. Казалось бы, вроде бы все просто, но что тут такого? А у нас кусочек смысла может пропасть именно из-за грамматики. И грамматика английская заставляет взять слово «только», которого не было в английском оригинале. Потому что его добавление как раз и позволяет максимально точно передать смысл. Коллеги, те, кто занимается переводами, скажите, пожалуйста, вы не заскучали, потому что я рассказываю то, чем вы пользуетесь каждый день на самом деле. Если не заскучали, то это хорошо. Пойдемте дальше тогда. Итак, наш маленький тестик. То, что мы переводили в начале, давайте мы теперь еще раз переведем, но уже пользуясь вот этими всеми приемами. Итак, the man entered the room. Помните, у нас был, мы говорили, артикль требует иногда учета при переводе. Он вошел, верно. А мы как переводили? В комнату вошел мужчина. В комнату вошел мужчина, это по-английски, мы еще и тему с ремой местами поменяли, это будет по-английски a man entered the room. Вот тогда будет в комнату вошел мужчина. А вот здесь как раз он вошел. Он, потому что это the man, а entered the room, вошел. Все, этого достаточно. Номер два. He brought a bright Navajo blanket. Но вы так как раз и предлагали. Мы не говорим, что это Navajo, у нас идет генерализация, индейское покрывало или одеяло. Я не рискнул бы здесь сам, я просто не знаю, коллеги. Были варианты яркое покрывало, может быть оно яркое, я не знаю. Но слово яркое, и вот здесь бы я бы скорее индейское сказал бы, правда? Navajo это племя индейцев. Яркое одеяло с узором. Может быть, но я бы просто сказал бы индейское. И пусть дальше читатели сами думают, какое оно у индейцев. У всех свои представления есть. Номер три. It cost him damn near $4,000.
Были очень тоже хорошие варианты, здесь стилистика. Это стоило чертова 4000 баксов. Это почти буквально, это знаете, как в фильмах, помните, конца 80-х, начало 90-х годов, когда переводчик вешал прищепку на нос, и получается, это ему улетело в 4000 баксов, так и было бы. Я вам как раз сам вам подсказал уже. Он ухлопал на это почти 4 штуки баксов, очень хорошо. Но не просто обошлось, коллеги, а вот это вот, да мне, как раз потратил кучу денег, а это ему влетело. То есть вот все-таки обошлось, лучше бы заменить, правда, чтобы стиль передать. Обошлось — это более нейтральная фраза. 4000 зеленых, может быть, ну вот словами зеленый вы бакса передали, бакс. А them, ругательство, спустил на это 4 штуки баксов. Отлично, правильно. Четвертое предложение, которое было трудным. She felt a disquieting sense of apprehension. Как попробуем перевести? Все ли нам надо каждое слово переводить, или мы как-то посвободнее теперь уже передадим, что вот эти вот дурные предчувствия? Она забеспокоилась. Может быть, но надо что-то усилить эту фразу. Забеспокоилась — этого недостаточно, потому что тут и disquieting sense, и apprehension, это дважды повторяется. Ее посетило неприятное чувство беспокойства. Хорошо, но можно покороче сказать. Ее что-то начало беспокоить. Может быть, да. Разрушающее чувство разочарования. Коллеги, а можно ли сказать, что ее терзали дурные предчувствия? Или охватили дурные предчувствия? Как вы считаете, пойдет такой вариант? Пойдет. Но я по секрету скажу. Я-то заранее к вебинару готовился, мне легче быть умным. Поэтому я какие-то варианты уже проиграл и подумал, как можно перевести. Ее охватили или терзали дурные предчувствия. Помните, как Иван Васильевич меняет профессию? Меня терзают смутные сомнения. Вот как раз смутные сомнения тоже может быть сюда. Например, не знаю, I am nagged by a vague feeling of distrust. The hound of the Baskervilles. Здесь вы перевели. Hound — это вообще же определенная порода собаки, гончая. Но принято у нас переводить как собака Баскервилей. Кстати, коллеги, мы на следующей неделе, я надеюсь, выпустим 3 книги электронных про Шерлока Холмса, плюс аудиокниги каждой будут. Поэтому, если кому-то надо, будут по 65 рублей продаваться. Следующее. So what I said. Как мы здесь переведем? Нет, вот «Вой собаки Баскервилей» здесь пока еще не было воя, здесь просто название книги. Ну и что? А вот I said. Это может быть «ну и что», может быть и так, но все-таки «спросил я». Может быть и чё, если ребенок говорит. Да. То есть said — это спросил. Мы не должны терять, кто это сказал. Номер 7. Вы приводили пример уже абсолютно точный. Wet paint. Насколько я помню, пример приводил Юлия Столярчук. Осторожно окрашена. Да, верно. Или просто окрашена табличка. I'm a very light eater. Здесь у нас грамматическая трансформация, да? То есть я много не ем. Я не обжора, плохой из меня едок, может и так быть. Я очень мало ем, вот я очень мало ем — самый хороший вариант. Он нейтральный, так же, как здесь I'm a very light eater. Я на диете, но здесь я на диете — это вот прямо сейчас на диете. Знаете, есть такое одностишее, лишь изредка я пристаю с диеты. Здесь немножко другое. Малоежка, но малоежка здесь скорее про ребенка. Все-таки вряд ли человек взрослый сам про себя скажет, я малоежка. Это сразу как-то возникает, но бывает, конечно. Немного инфантильные люди, у меня тоже знакомы. Я не любитель поесть. Да, можно и так перевести. И это все правильные варианты. Но посмотрите, как свободно мы стали теперь пользоваться с вами языком. И это интересно. Девятое. In for a penny, in for a pound. Коллеги, копейка — это хорошая ассоциация, потому что она к деньгам, но это не совсем точно, потому что здесь не про экономию, здесь наоборот про расходы. Уж если вложил пенни, то можешь с тем же успехом тратить и фунт. То есть здесь речь идет о том, что надо идти до конца. Это может быть как у Толстого, у Островского, коготок увяз, все птички пропасть. Взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Назвался груздем, полезай в кузов. Да, начал, закончи. Это смысл? Где рубль, там и два. Посмотрите, как только что придумали, идиоматику передали, и в то же время с деньгами сохранили, правда? И последняя фраза, то, что у нас прекрасно получалось. This is not improbable. Это как раз... Это вполне возможно антонимический перевод. То есть в каждом приеме у нас были и конкретизации, и генерализации, и вообще мы полностью, и компенсация у нас была, и полностью мы смысл по-другому передавали. Правда же?
То есть посмотрите, как интересно. Вроде бы все просто, а на самом деле как получаться стало по-другому совсем. Как мы можем научить школьников? Есть два пути. Несмотря на то, что программа насыщена, в учебниках, например, нет каких-то моментов. На уроке мы можем делать вот что. Мы можем формировать у школьников базовое представление о переводе как о коммуникативном явлении, то, о чем мы и говорили. Перевод – это не просто подстановка слов. Это не просто ищем в словаре слово и его вставляем. Это не только буквальный перевод. Буквальный перевод в большинстве случаев на самом деле далеко не самый лучший выбор для перевода. И мы видели почему. Потому что куски смысла теряются. Мы можем сформировать у школьников основу умения передавать содержание оригинального высказывания через именно создание эквивалентного текста с применением трансформации. Но здесь мы широко, конечно, не развернемся, потому что нам надо очень многому научить, а переводу как речевой деятельности, ведь это отдельный вид речевой деятельности, ему требуется учить точно так же, как и говорению, и письму, а это значит время. Поэтому хорошо бы дополнить элективным курсом или внеурочной деятельностью. А что сделать на курсе? А вот тут как раз просто. А познакомить школьников с основными средствами приема перевода. Я, коллеги, вам не все показал, я вам показал главное. Мы не стали говорить про калькирование, например. Почему, скажем, Толстой в России лев, а в Англии он Лео Толстой. Правда же? Но ни в коем случае, конечно, не Лайн, но и не лев пишется. Вот такие вот моменты. И дать в рамках этой внеурочной деятельности элективного курса как раз и дать возможность практики в письменно-устном переводе. Я вам хочу показать несколько примеров. Вот один из курсов школьных, в которых системно обучают переводу как речевой деятельности, это New Millennium English. Но давайте посмотрим, что из этого делается. Я не буду сейчас все вот эти вот моменты, стратегии, механизмы перечислять. Мы про них говорили. Если нужно, вы сможете скачать презентацию. Мы ее выложим на сайте englishteachers.ru, как всегда. Давайте мы перейдем к примерам. Для чего вообще можно перевод использовать? Большинство из нас используют перевод для контроля понимания, но на самом деле для контроля понимания перевод не только не всегда полезен, он иногда вреден. Зачем мне, например, просить ребенка в начальной школе перевести слова pen и pencil, чтобы понять, понимают они, что это такое или нет? Если я просто скажу show me a pen, если ребенок вместо ручки поднимает карандаш, значит не знает этого слова. И вот в этом и проблема. Родители иногда берут ребенка дома и говорят, ну-ка, что там сегодня по-английскому проходил, давай-ка посмотрим на урок, а это что за слово, а это как переводится, ну-ка, переведи мне предложение. И потом родители идут и возмущаются, почему мой ребенок после вашего урока не может перевести этого слова или предложения? И тут либо приходится объяснять, что есть лексика активная, а есть пассивная, либо объяснять, что я учу ребенка говорить по-английски, а не переводить с английского, это разные вещи. Но не понимают таких моментов, к сожалению. Поэтому... Конечно, перевод может использоваться для контроля понимания, особенно когда мы говорим про абстрактные понятия, которые не показать пальцами и не поднять картинку. А перевод хорошо использовать для сопоставительного анализа явления родного изучаемого языка. В английском мы передаем таким грамматическим явлением, а в русском мы передаем по-другому. И вот тут без перевода никуда не деться. Для стилистического анализа текста дети не чувствуют, как текст звучит по-английски. А нам очень важно именно это звучание, чтобы развивать у них языковое чутье, чтобы они понимали, что вот то, что вы сейчас, дети, сказали, это как раз хлопнуть рюмашку, а не попить, как в приеме «She went down for a drink». Это совершенно другой стиль, и вас будут воспринимать по-другому, если вы не тот стиль передадите. Для отработки лексики и грамматики мы сейчас увидим, как перевод может стать опорой для высказывания. Это хороший методический прием, я покажу. И, конечно, для анализа социокультурных реалий. Давайте посмотрим. Например, вот в пятом классе, в курсе New Millennium English, детям дают уже понятие об эквивалентности, но не так, чтобы говорят, что есть эквиваленты, а им показывают, что не надо переводить всегда пословно. Бывает и пофразовый перевод. И вот у нас пример. Соотнеси русские предложения с английскими эквивалентами. И мы как раз ищем, и у нас подчеркнуто. Например, у нас есть, и мы видим, что это по-английски we have. А то знаете, как бывает, когда довольно взрослый ученик начинает переводить фразу «мне там 14 лет» и говорит «me 14 years» и все, и думает, что это все хорошо. Просто потому, что он не готов фразами. А конструкцию трудно действительно объяснить «there is there» из-за разницы структуры языка. Вы знаете, я делаю так. Я говорю, посмотри на картинку, что там есть на столе. То есть я буквально ищу фразы, в которых по-русски «и там, и есть» вписывалось бы и звучало бы естественно. И вот когда что там есть на столе, а тут показываешь what is there on the table, и тогда становится легче немножечко. Дети легче понимают. И вот посмотрите, вот такие примеры. Пойдемте дальше. Транслитерация, конечно, нужна. Как только не пишут названия русские, чего я только не видел.
Вы знаете, до сих пор это не вопрос транслитерации. Я как-то был на какой-то конференции в Сургуте, там замечательный бизнес-центр. Его тогда только-только открыли, он новый, там довольно дорогая гостиница, но поскольку принимающая сторона бронировала, мне пришлось там остановиться. Я обычно выбираю недорогие номера, потому что, в принципе, надо только переночевать. В гостинице лежало меню из ресторана, можно было бы заказать в номер. И вы знаете, это меню даже на форуме English Teachers выкладывал, фотографировал. Там были такие фразы. Там просто какие-то вещи переводили буквально, какие-то вещи переводил человек все-таки. Там был раздел с закусками, который назывался «Из погребка до подводочку». Угадайте, коллеги, как это было по-английски написано. Кто первый угадает? А я пока про транслитерацию. Название тоже не так просто написать. Вы знаете, вот там буквально, в это трудно поверить, но там так и было написано. «From the cellar, yes, and the vodka». Потом там были сырники. Кто догадается, как сырники в этом горе-переводе перевели на английский язык? Пока вы догадываетесь, я следующую картинку покажу. Перевод для закрепления. Да, cheesecakes. Там действительно перевели как cheesecakes. Я представил иностранца, который заказывает себе к чаю cheesecake, а ему приносят сырники. И он будет смотреть, что это такое, да еще с темными вкраплениями. Это я про изюм, если сырники с изюмом. Самый, конечно, поразительный перевод в этом меню был, когда там была уха царская. Коллеги, если кто-то из вас догадается, как там было написано уха царская, я вам обещаю, вам любую электронную книгу на выбор просто пришлю в подарок от себя. И я имею в виду электронную книгу, которая есть на englishteachers.ru в разделе «Электронные книги». За fish soup. Вы знаете, это было бы хорошо еще. Kingfish soup. Не совсем. Air soup. Там действительно было air soup, это правда, только не Kings. Ну, давайте еще один шаг, кто догадается, вы сейчас готовы выиграть книгу электронную на ваш выбор. Вот кто-то у нас только к концу. Fish soup царский, не совсем. Ну, коллеги, за air soup очень похоже, только там было air soup, а потом в конце было еще одно слово прилагательное, несуществительное. Kings air soup. Не совсем. Уха суп. Это был бы хороший вариант. Бывает такой описательный перевод, когда блюда национальной кухни даются. Royal, почти. Коллеги, ладно, давайте я вам скажу, но кто у нас первый написал про ИСУП? У нас написала Анна. Давайте все-таки у нас победителем, поскольку абсолютно стопроцентного перевода не получилось, но как угадать непредсказуемые ошибки чужие? Это никакой логике не подвластно. Итак, коллеги, вот Анна, я вас попрошу, напишите мне по электронной почте на вот такой-то вот адрес, я его сейчас пишу. Выберите в интернет-магазине на englishteachers.ru электронную книгу и пришлите мне по электронной книге, по электронной почте ссылку на эту книгу, какую вы хотели бы получить, я вам пришлю. Итак, коллеги. Уха царская была переведена как Air Soup Imperial. Но возвращаемся все-таки к методике. Посмотрите, перевод можно использовать для закрепления лексики. Вы можете увеличить ваши слайды в презентацию. У вас под презентацией есть кнопочка лупа со знаком плюс. И вы здесь как раз и увидите, что здесь у нас комиксы, но в этих комиксах детям приходится выбирать правильный вариант, который надо использовать. А перевод в шестом классе уже, когда с эквивалентностью познакомились, используется для сопоставления культурных реалий. Посмотрите, например, Translate into Russian. Название книг, и на русский они переводятся немножко по-другому. Правда же? Translate into English. И мы переводим какие-то фразы. То есть потихонечку формируются эти умения. Перевод может использоваться как опора для высказывания. Посмотрите, упражнение у нас домашнее, оно под крышечкой, это дома, в домике делать надо. Детям дается один абзац на перевод, начало истории, а потом они пишут продолжение этой истории уже по-английски. То есть подумали, перевели, а потом продолжаем ее по-английски. Очень хороший прием. Седьмой класс. Отрабатываем лексику и грамматику. И вот у нас задание. Причем посмотрите, даже вот такие сопоставительные упражнения 3B в левом нижнем углу. Choose the best translation. If I were you, I would take up sport. И даются три варианта. Давай займемся спортом вместе. Я бы на твоем месте занялся спортом. И буквальный перевод. Если бы я был тобой, я бы взял спорт. И мы как раз понимаем, что буквально он неправильный, так не говорят по-русски. Эй, не подойдет, там коммуникативная задача. Другая, помните, прагматическая ценность перевода, мы про это говорили, про норму. Остается только B. Это New Millennium English. Это курс английского языка,
Вы можете, кстати, найти, посмотреть прямо страницы из этих учебников, это тоже на сайте englishteachers.ru в интернет-магазине. Там ко всем книгам есть страницы PDF, которые скачать можно. И это хороший школьный курс, на самом деле он очень удобный. Также в 7 классе мы учим детей переводить культурные реалии. Вот те самые объявления, и вот мы ищем эти варианты. Причем мы, посмотрите, мы на грамматику смотрим, и мы обучаем детей, что именно прагматическая функция, есть объявление, должно переводиться как объявление. Мы учим учитывать контекст при выборе вариантов перевода. Например, предложение 5. Don't get upset. Что мы здесь должны, как сказать, не расстраивайся или не плачь. Потому что в некоторых ситуациях don't get upset мы можем утешать. Не плачь. Don't get upset. Не обязательно говорить don't cry. Но вот здесь мы смотрим на контекст, и мы понимаем как раз, что здесь правильный вариант будет не расстраивайся. Вот такие моменты. Многозначность лексических единиц. Давайте мы покрупнее посмотрим. Когда мы говорим, например, вот упражнение 3b, точно так же, мы видим, что какие-то однозначно переводятся, а какие-то мы смотрим, могут и по-разному переводиться. То есть, например, номер 2, poisonous chemicals. Это что, ядовитые химикалии или ядовитые химические вещества? Слово chemicals разные значения могут иметь. Правда же? В зависимости от контекста. Вот такие вещи. Ну и, конечно же, мы пытаемся формировать у детей специальную компетенцию, то есть лексика конкретной сферы, но здесь уже и любой учебник это сделает, но мы это формируем с помощью перевода. Посмотрите, то, что относится к учебе. И учеба, и почасовая работа, и аттестат о среднем образовании. Далеко не каждый учебник и не каждый ребенок сможет легко по-английски сказать аттестат о среднем образовании. А мы здесь как раз учим с помощью перевода и сопоставления таких вещей. В правой колонке мы находим эти эквиваленты. И посмотрите, do you notice anything special about these equivalents? То есть мы их анализируем, и потом у нас продолжение урока позволяет как раз этот анализ привести к выводам к определенным. И в 10 классе, когда дети уже старше, мы уже обучаем их абзацно-фразовому переводу, опять что будете от пословного, и учим их контролировать адекватность перевода. И посмотрите, какие фразы. Если с проходимой лексикой по уроку, конечно, это все лексика из юнита и лексика из уроков. Иначе ее нельзя было бы использовать. Посмотрите, коллеги, ваши ученики 10 класса, вот это упражнение, которое сейчас на экране, легко бы они его сделали или было бы трудновато? А оно очень непростое. Его даже студенты вуза, языкового факультета, далеко не сразу и легко переведут. А здесь дети как раз находят в тексте предложения, которые соотносятся с этими вещами. А затем у нас есть целые абзацы из текста, отрывки, которые выделены жирным шрифтом, и их учатся переводить. И у них получается это, потому что они как раз готовы. Вот за счет постепенного обучения переводу как виду речевой деятельности, с 5 класса начиная, дети подходят уже готовыми к этому, и у них прекрасно все это получается. Итак, коллеги, подводя итоги, несколько вопросов. Но часть вопросов я вам уже задавал в ходе вебинара, поэтому я вам задам третий вопрос. Коллеги, скажите, пожалуйста, в ходе вебинара что-то в ваших взглядах на перевод изменилось или не изменилось? Если изменилось, то что именно? Мне просто очень интересно посмотреть и вместе с вами, что мы с этого вебинара вынесем. Появилась вариативность. Верно, я пытался показать вам, насколько свободнее мы становимся, когда мы знаем приемы переводческие. Кто-то сделал вывод, причем опытные переводчики, посмотрите, надо себя контролировать по стилистике. Замечательно, значит, вебинар не впустую прошел даже для опытных людей. Захотелось больше самой развиваться в этом направлении. Перевод – это интереснейшая сфера деятельности, там столько всего хорошего. Я хотел еще пару вещей показать, но не стал уже. Я хотел показать переводы некоторых стихотворений, очень непростых, например, блестящие переводы, Ахматовой на английский язык. Очередной раз осознал, что нужно постоянно учиться. Коллеги, вы знаете, я вам честно скажу, при том, что я преподавал теорию перевода и прочее, у меня конспекты своих лекций сохранились, я эту презентацию вчера начал в 10 вечера делать дома, я закончил в 3 ночи, встал из нее. Так что это не очень простая вещь. Так, ну что ж, что еще? Мы уже заканчиваем, буквально 3-4 минуты осталось, и все, займусь переводом. Отлично. А что вам сегодня было полезным или что-то, наоборот, бесполезным оказалось? Да, действительно, учебники титула, не все, New Millennium English, там как раз заложены эти вещи, они помогают, позволяют это делать. Но не обязательно брать только учебник, можно брать художественные книги и на них тренироваться. По-новому взглянуть на давно известное, вот это очень хорошо. И посмотреть, для тонуса регулярно перевожу разный текст, участвую в конкурсах.
А вы знаете, кстати, может быть, сделаем так. Как вы думаете, будет ли вам интересно, если, например, мы объявим в сентябре для детей конкурс переводов ученических и какие-то призы назначим? Мы готовы сделать этот конкурс всероссийский, можем сделать международным, чтобы могли, например, ученики из Беларуси, из других стран участвовать. И можем это сделать. И это не просто, но как раз мы с вами посмотрели на эти моменты и понимаем, чему можно помочь детям. Итак, коллеги, пара вещей, которые новые могут быть для вас. Вышли несколько новых электронных книг. Не то, что вы сейчас на экране видите, а вот у вас адрес сверху. Вышли электронные книги. Там есть аннотации, которые можно и нам самим читать. Например, шикарная совершенно легенда о короле Артуре. Но это легенда, которую обработал еще в начале 20 века великий британский лексикограф Эндрю Лэнг и автор многих книг. Они поэтому читаются легко и понятно школьникам, можно с 8 класса читать. True Stories of Wonderful Deeds, например, вышла книга. Это рассказы из истории Великобритании. Это все в оригинале. К каждой книге есть аудиозапись текстов, которые сделаны носителями языка. Да, запись вебинара ведется, она будет обязательно выложена на днях. Поэтому все это можно использовать. Обратите внимание на эти книги, там есть и для детей, и для взрослых книги хорошие. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Я вас попрошу, коллеги, откройте у себя сейчас вкладку, еще одну на компьютере, наберите адрес tinkylinky.ru, чтобы вам потом не забыть. У нас вышло мобильное приложение, новое, оно у нас было уже весной, но сейчас новая версия вышла. В нем 15 тем, это для начальной школы, и это хорошо работает и с дошкольником. 15 тем, 250 слов, темы самые разные. Животные, птицы, в городе, безопасность на дорогах, формы, цвета и прочее. И у нас в течение ближайших 2 недель выйдут 15 книг, по книге на каждую тему. Почему я вас попросил открыть вкладку tinkylinky.ru, потому что там вы можете найти и книги, посмотреть уже, прямо полистать страницы этих книг. И вы можете по ссылке установить себе приложение для учеников, для ваших. К нему есть еще и видеоканал на YouTube, и ссылки есть. И есть клуб Tinkylinky во ВКонтакте. Там много бесплатных материалов для скачивания. И карточки со словами, и рисунками, и прочее. Где ссылка на сертификат? Сейчас даю. Буквально 2 минуты осталось. Плюс еще, коллеги, еще одно объявление, которое может быть для вас любопытно. Мы получили лицензию, оформили на образовательную деятельность. Поэтому мы готовимся к запуску онлайн-курсов, я думаю, что с сентября они у нас уже будут, по прохождению которых вы получите свидетельство государственного образца, установленного вот это вот зелененькое, о повышении квалификации с указанием часов, количества. Курсы, к сожалению, бесплатными все не получится сделать. Будет что-то бесплатное, будет платное, но я надеюсь, что цена будет, наверное, порядка 2-3 тысяч рублей за 36 и 72 часа. То есть какие-то нормальные вещи. Как записаться, коллеги? Да, будет информация на сайте, точно так же, как на вебинары, точно так же на эти курсы. Я сам их разрабатываю, буду вести я и будут мои коллеги, и они будут асинхронные, то есть вы сможете в удобное для вас время их проходить. И плюс у нас будут онлайн-тренинги, вот как сейчас мы делали онлайн-тренинг, мы будем и дальше такие же онлайн-тренинги проводить, но вы сможете получать сертификаты по почте, на бумаге, с печатью, с указанием лицензии на образовательную деятельность тоже. Но из-за того, что нам их по почте придется посылать, то я думаю, что вебинары тоже, но я думаю, такого рода онлайн-тренинги рублей по 100 будут стоить. 100-150, может быть, чтобы оплатить вот эту пересылку и печать сертификатов. Но такие будут. Бесплатные вебинары тоже будут продолжаться. Так что это будут моменты. Ближайшая встреча. Давайте сделаем так. Я сейчас дам информацию для тех, у кого садится телефон, либо для тех, кто спешит, как скачать сертификат. Еще пару моментов скажу. Где мы с вами можем встретиться в ближайшее время? 15 августа я буду проводить вебинар. Новая система Tinkylinky для раннего обучения английскому языку с применением мобильных технологий. Там есть на что посмотреть. Я буду примеры из книг показывать и прочее. 24 августа я провожу семинар в Анапе для тьюторов Краснодарского края. 27 августа в Москве, для тех из вас, кто близко от Москвы живет, будет семинар. У меня мастер-класс будет в рамках форума педагогов Москвы. Это все бесплатно. Я буду рассказывать о подготовке к олимпиадам по английскому языку. 29 августа будет вебинар, на котором я буду показывать новые возможности для преподавателей. Это и новые книги, и как раз и про курсы буду говорить, и про прочие вещи.
На 26 сентября мы планируем очный всероссийский семинар-тренинг. Мы 22 сентября проводили такой тренинг в июне в Обнинске, и к нам приезжали участники из разных регионов. Мы решили, что мы проведем его и в Москве, но программа будет немного другая. Что именно будет в Анапе, это семинар для тьюторов региона, каждого района. Как на тренинг, видео 27 августа будет? Я не думаю, что там будет сниматься видео, к сожалению, потому что это мероприятие, которое РУДН организовывает. Но я еще буду проводить подобного рода вебинары тоже. Как на тренинг попасть? Мы объявим регистрацию заранее про 26 сентября. Это в гостинице «Измайлова» будет. И мы будем проводить, как я говорил, онлайн-тренинги на investteachers.ru. Будут ли семинары в других городах? Будут. В октябре и в Петербурге. Мои коллеги тоже будут проводить семинары. Поэтому мы на English Teachers информацию размещаем. Обратите внимание, коллеги, что 27-28 августа в лесном городке, это под Москвой, будет мероприятие. Я там не участвую, но это вещь интересная. Trendy English Games. Вот посмотрите потом по этой ссылке, которую вы видите. 26-го, последний день в Москву, где получить более точную информацию. Это информация про семинар всероссийский. На englishteachers.ru обязательно будет, плюс мы сделаем рассылку, и на сайте titul.ru будет информация. Если сможете, приезжайте, вы как раз сможете завершить ваше пребывание в Москве на такой интересной ноте. Плюс свидетельство государственного образца там тоже будет. Коллеги, вот где можно получать информацию. На englishteachers.ru, как я уже говорил, есть интернет-магазин на том же сайте. И подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке. Вы можете с помощью хэштега найти публикации. Эти вещи вам пригодятся. Коллеги, спасибо вам большое. Мы заканчиваем наш онлайн-тренинг. Я надеюсь, что он для вас полезным оказался все-таки. И для тех, кто опытные переводчики, для тех, кто просто задумался и посмотрел с другой стороны на эти вещи. Я вас буду рад видеть и очно на наших мероприятиях, и, естественно, онлайн, тем более. Я желаю доброй ночи тем, кто нас смотрел с Комсомольска-на-Амуре, из Иркутска. У вас уже поздняя ночь совсем. Я вам желаю догулять хорошо отпуск с радостью. Ну, а потом, ближе к учебному году, пожелаю хорошо начать учебный год. Но для этого пока еще рано. Как хорошо, что еще пара недель у вас есть для отдыха. Мы работаем, мы больше 20 книг отправляем в типографию, чтобы они к сентябрю вышли. Я про них расскажу на следующих встречах. Спасибо большое, коллеги. До свидания и хорошего вам вечера.